Россию представляют 20 регионов. Всего около 400 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Турнир важен для участников и судей, как обмен опытом и выявление сильнейших спортсменов. Самое главное, чтобы соревнования эти сплотили вас, вы познали друг друга. И важно то, что вы внесете вклад в развитие спорта, восточных единоборств. Сегодня в российский спорт, в свои страны. И я нисколько не сомневаюсь, что из вас вырастут достойные спортсмены, выдающиеся спортсмены. Хотелось бы вам от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева пожелать доброго здоровья, благополучия, успехов в спорте. В судейской коллегии такие именитые борцы, как неоднократный чемпион Европы и мира Бисол Дициев из Казахстана, президент Федерации СИСД Иордании Ахмат Аламари, президент Федерации по комбат-обороне Азербайджана Санан Атакишиев и другие. Это открытый всероссийский турнир, считается этап Кубка мира. Здесь идет отбор на чемпионат мира. Как правило, приезжают соседние страны, но в этот раз 9 стран у нас присутствует. Это страны Советского Союза бывшего, а также дальнего зарубежья. Все победители, призеры получат приглашение в состав сборных команд от евроазиатского региона для участия в чемпионате мира. Среди юных каратистов, представляющих Анапу, Данила Малюченко. На последнем чемпионате мира по смешанным единоборствам он занял 2-е место. Я только вернулся с чемпионата мира в Одессе. Там были очень сильные соперники. Я победил по поинту на один удар чемпиона мира во Франции. На этом турнире у Данилы тоже сильный соперник. Один соперник с Москвы. У них там больше нагрузка на карате. Да. По правилам федерации всестилевого карате в возрастных группах мужчин и женщины и юниоры и юниорки разрешена любая ударная техника в стойке. В партере атака руками и ногами по корпусу. В голову серия из 3 ударов руками считается нокдауном. Разрешены болевые и удушающие приемы. Всестилевое карате объединяет 25 видов единоборств. Тем этот вид спорта и сложен. Спортсмен должен быть поистине универсальным бойцом, который знаком со всеми техниками. Имена победителей этого турнира станут известны 29 июня.